Добрий день, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник дуже добре знає, що таке всенародна любов і шана, адже вже багато років він був і залишається одним з найулюбленіших радянських, а тепер російських співаків. Сьогодні у нас в гостях народний артист Росії Лев Лещенко. Ну, я знаю, що пісню Добрыніна вашого друга «Не сыпь мне соль на рану» ви все-таки не вирішили спіти. Почему? Да, вот это вот... Вообще, хит вроде, со Славой происходит что-то, знаете, такое непонятное. Вот недавно была программа, это «Гордон Кихот», о шансоне говорили, да? Вы знаете, какая вещь? Ну, я не убежден, что ведь самое главное, чего, так сказать, не было сказано, да? Вот шансон, вроде бы он есть, да, так хороший, да, но никто не учит шансон у своих детей. Все ведут их в консерваторию. Блатняк никто не прививает, понимаете? Да? Он сам привьется. Он сам привьется. Все хотят воспитать человека. Понимаете? Поэтому я Славе все время говорю: Слава, ну вот ты искусствоведческий факультет кончил, университет. Да. Да, он потрясающий энциклопедист. Он знает всю музыку, и классическую, и эстрадную, и поэзию, и литературу, и спорт вообще. Ну, и вот песня же хитовая, «Не сыпь мне соль на рану». Песня сумасшедшая хитовая. Но я не мог отвязаться никак от этой фразы. «Не сыпь мне соль на раны, не говори на взрыв». Я еще говорю: ну какой взрыв? Как Паш... говорить можно на взрыв, да? Ну, то есть какие-то... Я говорю: Слава, ну ты... Такой умный, интеллигентный человек. Ну, я не могу это спеть, понимаешь? Вот. И он сам ее напел, и она стала хитом. Я не жалею. Почему? Потому что все равно я сейчас уже, спустя какое-то время, я понимаю, что это можно было сделать через иронию. Вы не были бы органичны в этом, по-моему, правда? Да, думаю, да. Евгений, что главное для певца вообще, для эстрадного исполнителя? Тембр или что-то другое? Ну, конечно, так симбиоз там или что-то такое, какое-то сочетание многих талантов, но я думаю, что вот на первом месте я поставил бы все-таки тембр и обаяние человеческое. Харизма, да? Вот смотрите, Марк Бернес, да? Ведь мало того, что он был сумасшедший актер и обаятельный, да? Но тембр-то был потрясающий. Потрясающий. И темная ночь. Бернесовский тембр, он завораживал. Он выполнял функцию знаете, голоса. Режиссера какого-то, который поставил, да, вот эту драматургию, да, вот, да, иудейской кроватки тайком. Многие ведь пели эту песню, и сейчас пытаются петь, и я, но вот это вот точного... А тут ничего не происходит внутри. Попадания точного, да? Точного попадания не было. А у Бернеса был, конечно... А я работаю волшебником, как он пел. Вот спрашивается, голос нужен человеку для эстрады? Наверное, нужен. Ну, диапазон там, да, но не это главное. Вот окраска – это необыкновенная. Почему у нас наше поколение все, оно выросло на тембрах, на узнаваемости Толкунова. Оц, Гуляев, там, Магомаев, Кобзон, да? Магомаев, Пугачева, Пьеха, Аллегрова. Все там, разные. Все. И сейчас вот я ничего не имею против. Там современные эстрады, все. Но я при всем том, что я музыкант... И нельзя различить, кто это. Не могу понять, кто из фабрики поет. То ли Высоцкая, то ли Дейнека. То ли Подольская, то ли еще. Ну, не могу я понять, кто это поет. По песням я еще отличу. А мне кажется, что на современной эстраде вообще засилие бездарности. И сегодня за деньги мужа, отца или любовника можно попытаться, во всяком случае, стать звездой. Это вас не коробит, как профессионала высочайшего класса? Это меня очень коробит. Но при всем при этом все-таки... Я считаю, что пробиваются-то, в конце концов, все-таки талантливее. А все, кто за деньги... Они как пена, так сказать. Вы спела одну-две песни. На каком-то этапе соскочили. И они сходят с путей. Сегодня на эстраде есть еще одно засилие людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот как вы, стопроцентный мужик, можете прокомментировать это? Вас это не коробит? Ну,
Трудно сказать, что я 100%. Нет, это очень легко сказать. Это как раз очень легко сказать. Но, значит, смотрите, что я вам могу сказать. Как человек толерантный, скажем, да, я могу это принять. Но я никогда не буду с ним общаться. Да? Как человек демократичный, я могу, наверное, что-то понять. Да, но... как человек, в который сидит во мне консервативный еще при этом, при всем, я категорически против, чтобы это афишировалось, чтобы это преподавалось как нечто такое вообще сверхъестественное, свойственное людям талантливым, свойственное людям... Простите меня, я не знаю, ни Пастернак, ни Прокофьев, никто, наверное, не занимался этим, понимаете? Да я думаю, что и Набоков, написавший такую... серьезную там, да. Лолиту, наверное, понимаете, это, знаете, болезнь можно простить, болезнь, да, распущенность ни в коем случае. И главное, вы поймите, нельзя делать это достоянием общества. Общество – это, вы знаете, вот письмо, которое я читаю, оно может быть любое. Понимаете, да, между любимыми людьми разговор может быть о чем угодно, да, о самом может забираться вообще там на шкаф куда-то, но это наше, понимаете, а общество, когда я сижу, и рядом со мной сидит моя семья, да, отец, мать, ребенок, там, это, жена, сестра. И вдруг с экрана. Ну нельзя, ну, я при сестре, я стесняюсь, у нас в доме никогда не говорили, не ругались матом, не говорили о сексе откровенно, понимаешь, о контрацептивах, там, ну, это было, понимаете, ну, стыдно было, понятно, что все это есть, ну, зачем же это выносить на, поэтому вот мне думается, что все, кто эпатирует этому, и все, кто пытаются на этом что-то строить, это чистой воды зарабатывание денег, как зарабатывание денег на, скажем, человек, кончивший консерваторию, я возвращаюсь к той же теме, да, поет шансон, да, и говорит, что я могу дирижировать, аранжировать, ну, зарабатываешь деньги, скажи, да, но не говори, что это твое, что тебе это нравится, что ты от этого кайфуешь, торчишь, это самое главное, понимаете? Есть вопрос зарабатывания денег, да, вот почему вот этот эпатаж, так сказать, да, понятно, что клубничка, она всегда... Да, а что там за замочной скважине, да? Что там делается? Ну, кому интересно там, допустим, да? Там ведет Оксана Федорова, присущая ей, так сказать, эстетикой, там, да, какую-то программу «Спокойной ночи, малыши». Когда переключаешь там на «Дом-2», и Собчак там что-нибудь выдает там такое неформальное. Вам не нравится Собчак? Нравится. Она мне нравится как творческий человек. Она, и у нее период становления. Она зарабатывает деньги. Она не может себе это, в этом признаться. Она зарабатывает популярность свою. И потом зарабатывает... Помяните мое слово. Через 3-4 года... Это будет другая девочка. Она будет супер-супер хорошей ведущей, классной, с нормальной эстетикой. Будет вести программу там, «Музыка в мире» или «Мировой кинематограф» какой-нибудь. Или «Мировая эстетика», там, я не знаю, «Фэшн» там. 100%, понимаете? Ну, папа ее в гробу не переворачивается, как вы считаете? Да нет. Он, вы знаете, он был очень умный человек. И мама же не переворачивается нигде. Она же принимает это. Понимаете? Маме нравится. Я бы, например, своей дочке сказал, слушай, ну, фильтруй немножко. Ну давай уже не до конца. Ну, все-таки ты женщина. Ты фамилия красивая, у тебя есть. Красивая женщина. У тебя есть фамилия. У тебя папа все-таки, да, там, сподвижник президента и прочее. Мама у тебя депутат, там, сенатор. Это, ну слушай, ну, давай, ну немножко коррекцию какую-то сделай для себя, чтобы не говорили о тебе плохо. Ты же клевая девочка, понимаешь? У тебя же будет муж. Умненькая, еще. Да. У тебя же будет муж, который будет тебя любить. Я, например, никогда в жизни, я, слава богу, знаю, что такое вообще красивая женщина и прочее, никогда в жизни не поведусь на человека, который обнажается перед всеми. Понимаешь? Зачем?
Я, если уж это надо, можно воспользоваться там, я не знаю, каким-то женщиной легкого поведения. Последние много лет на советской, затем на российской эстраде существует клан Аллы Борисовны Пугачевой. Плохо это или хорошо для эстрады? И какие у вас в связи с этим личные впечатления? Потому что я знаю, что Алла Борисовна не допускала вас как-то на запись программы «Песня года». И у вас были обиды в связи с этим. Алла Борисовна не могла меня допустить или не допустить, потому что выбор всегда делал я. И тот случай, когда она делала эту программу «Песня года», понимаете, я отношусь к этому философски. Во-первых, это не есть программа «Песня года» в том формате, в котором была в советское время. Да, это была это частная лавочка, которую, так сказать, за собой, так сказать, закрепил авторство Игорь Яковлевич Крутой. Очень хороший композитор, прелестный организатор, мой товарищ, мой друг. Вот. Но для нового формата нужен был, конечно, какой-то легкий скандальчик там и прочее. Поэтому Алла стала музой этого фестиваля. Алла все время, так сказать, балансирует на грани, так сказать, да, позитив, негатив там и прочее, прочее. Негатив всегда побеждает, что там говорить. Вот. И это частная программа, где Игорь выступает автором, а Алла – наемный человек, который ведет эту программу, и как муза фестиваля она может делать какие-то коррективы. Вас эта муза не раздражает? Вы знаете, я второй раз говорю слово «толерантный человек». Абсолютно. Каждый проживает свою жизнь, понимаете? Я самодостаточный человек. Она мне ничего плохого не сделала. А я ей сделал очень много хорошего, потому что я ездил с ней на «Золотой Орфей», где я был гостем, а она выступала конкурсантом. Вы же пели с ней когда-то. Я опекал ее. Я ездил с ней в Сопот, когда я был гостем фестиваля уже, лауреатом. Да. Она ездила «Все могут короли», опекал ее, и мы были друзьями и прочее. Много. У меня был первый дуэт с Аллой, у меня был «Я вас люблю», а уже давно вы не знаете. Я... Она еще неизвестна была в то время, вы уже были известны. Ну да, да, да. Алла говорила всегда, что я как бы, ой, ты мне как талисман говорил. Вот я, ты появился там, я вот. Поэтому я считаю, что она проживает свою жизнь, как она считает, да, так она пусть и считает. Вот. Другое дело, что если она публично меня, скажем, да, говорит, это же в интернете появилось, что Алла Борисовна вычеркнула там того, 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 того. Она не может вычеркнуть нас, потому что у нас есть своя жизнь. Уже у меня, у Иосифа Кобзона, у Муслима Магомаева, там, у многих, кто не... кто. Я буду делать завтра программу свою, авторскую какую-то. Я не приглашу, скажем, Аллу и кого-то из ее сподвижников. Это не значит, что я их вычеркнул. Это ее, а это она. И поэтому так философски к этому и надо относиться. Причем в том году меня предлагали, но я сказал, мне это неинтересно. Эту песню я не хочу петь. И вот и все. Когда и... она появлялась в обществе сначала с Киркоровым, сейчас с Галкиным, вас, человека старой формации, профессионала, это не коробит? Ну, вы знаете, ну почему, я вот так думаю, почему мужчины сейчас вообще такая тенденция седина в голову, бес в ребро. Да? А почему женщина не может? Да? Вы видите, сколько мужчин взрослых оставляют своих жен, женятся на молодых вообще, проживают другую жизнь, не свою. Понимаете, Алла, но ей нужно, если мужику нужна муза, то женщине... Муз. Муз. Ну, для нее муз. Для нее музом был там Кузьмин в свое время. Для нее музом был... Филипп. Филипп Киркоров. До Филиппа там еще был Челобанов. Кто-то. Челобанов. Да. Понимаете, ну что? Ну, у нее... Я не думаю, что это замешано... Сейчас, так сказать, Максим Галкин фигурирует, так сказать, да? Я не думаю, что это замешано на каком-то, так сказать, на каком-то сексе там, да, на... Я, скорее всего, думаю, что это
какой-то душевный такой и эмоциональный альянс художников, которые друг за друга, так сказать, да, держатся для того, чтобы подпитывают друг друга. И я не ханжа, и поэтому мне это непонятно. Но если ей нравится, понимаешь, ну почему нет? Ради бога. Лев Валерьевич, вы много лет преподаете в Академии Гнесиных. У вас есть целый ряд известных учениц, почему-то не учеников, учениц больше. И Марина Хлебникова, и Катя Лель, и Лада Дэнс, и Варвара. Скажите, вот признайтесь, они вам строили глазки, ученицы, когда вот занимались у меня вас? Ученицы, а не ученики. Вы знаете, я влюбляюсь по-хорошему в своих учеников, в своих, ну, мужиков я не могу влюбляться, а в женщин это не надо. Да? Мне очень нравится, как, скажем, Оля Хлебникова, то есть Марина Хлебникова. Мне очень нравится, как Оля Арефьева работала, потрясающе. Художник, музыкант, пианист, автор стихов, автор музыки. Ну, здорово. Я был вот, мне это очень нравилось, она будоражила. И никогда не переступали Марина грань. Хлебникова, хотя я с ней расстался после третьего курса, когда пришел Градский Саша, он ее взял к себе, у меня был перебор учеников. Марина обиделась на меня, потому что я как бы так пространство немножко свое сузил. Вот. Катя Лель, которая, ну, просто ходила за мной по пятам, и я видел, она способная девочка. Она пишет музыку, стихи, играет прилично, у нее тембр есть какой-то. Ну, я говорю, ну, давай, ну, вы знаете, когда человек вот ходит за тобой все время, ну, возьмите. Ну, а вы добрый. А я добрый. Ну, давай, давай. Вот. Лена Варвара. Она, ну, просто работала у меня на подпевках. Кстати, у меня на подпевках работали замечательные другие девочки. Сейчас одна в Австралии, другая в Америке. Там, причем на хорошем счету таком. Вот, но я пытался вот в этой атмосфере, да, находить для себя какой-то интерес. Там, да. Не мужской, поверьте, а вот... Что-то такое гипотетическое, там, что, как говорил большой поэт, ты рождена воспламенять воображение поэта, да? Вот. Ну, я не поэт был, ну, в душе, может быть, я поэт, но во всяком случае. Ну, вы являетесь, и много лет уже являетесь воплощением такой женской мечты о надежном мужском плече. А вот ваша жена Ирина, с которой вы уже живете столько лет, она... до сих пор счастлива в браке? Вы у нее спрашивали, интересовались? Это миф, который создает вообще окружение. Так. Да. Но с Ириной Павловной я прожил 32 года, и счастлива ли она, это надо спросить у нее. Ну, я, например, считаю, что мы достаточно мудро, интеллигентно и нежно очень сочетаемся с друг с другом. Это самое главное. У нас бывают какие-то там, я не знаю, сцепления такие, невероятно, когда можем поругаться там, и у нас могут быть разночтения и взгляды на разные на какие-то вещи, так сказать, по жизни. Но в серьезном аспекте, конечно, это всегда... Вы в лифте познакомились, да? Ну, как в лифте? Ну, это так, это тоже уже придуманная такая история, может быть, и мной тоже. Почему? Потому что я встретил в лифте девушку эту. Мой приятель, когда мы были в Сочи на гастролях, он был у директора Валеры Абазинского в свое время, Фима Зиперман такой. Мы поехали отдыхать и немножко работали в Сочи. Он говорит, ты знаешь... Он с Валерой перестал работать или как-то там. Он хотел, в общем, со мной немножко сотрудничать. Встретил двух очаровательных девочек. Познакомился на вечер с ними, в общем. Идем поужинать. Он с взрослой, а говорит, и есть молодая девчонка такая. Говорит, ну. И я поднимаюсь в лифте. В гостинице. И они входят. Входит эта девушка. Он говорит, о, привет, вот это вот. Я вижу, какая-то стоит девушка с пляжа, там совершенно некрашенная.
не одетая, там косичка какая-то, джинсики, маечка такая. Ну, что-то в ней вот, что-то в ней неведомо влекло. Зацепило чем-то, да? Что-то в ней неведомо влекло, да. И вот я вечером, когда пошел с ними ужинать, а меня все принимают. О, кто к нам пришел? 76-й год. Это после Дня Победы, после Соловьиной рощи. Да. Это все, это конец. Ну, Билан. Практически, да. И вот, значит, я иду, и мне говорят, ой, кто пришел? И смотрю, она так все иронично говорит, а что это так? Я говорю, ну, я тут местный мафиози. А она не в курсе? Она не знала, что я... Она уехала в конце 71-го года, когда у меня была песня там, ну, «Белая береза», и еще «Не плачь, девчонки» даже не было. Она уехала в Будапешт учиться. И в 76-м году, на пятом курсе уже, начало, она приехала на каникулы. 4 года она была на каникулах 2 или 3 раза всего за эти 4 года, которые она учила. Но в Венгрии не передавали советского телевидения. И она помнила только Муслима, Кобзона, значит, Иосифа и там... И понятия не имело, что появился за 4 года Лев Лещенко, который занял там определенное... И начался роман стремительный. Да, и вот, знаете, неожиданно, значит, мы познакомились, поужинали. На следующий день я с ней встретился, мы провели вечер с ней. И через день она улетала. Она говорит, мне надо уезжать в Москву. Я говорю, а что такое? Она говорит, ну, мне за границу надо лететь. А я еще смотрю, захожу, там у нее заграничные вещи. Все думаю, шпионка. Иначе как шпионка. Да? Я как гляну, я думаю, что что-то такое. Может, мне по... меня там это сам специально, да? Вербует. То есть мафиози вот, с одной стороны, шпионка зашел, с другой. Смотрю, думаю, что-то русское должно быть. Нет, все, сигареты, все, все. Все какое-то американское, это, думаю, что-то тут какая-то ерунда. Короче говоря, она улетает, говорит, мне нужно лететь за границу. Я говорю, что? Она говорит, ну, так дела. Для отчета. И я, она уезжает, и я понимаю, что я что-то потерял очень серьезно, и я беру билет в аэропорт и в Москву. Приезжаю, а ее родители работают за границей, и она живет у приятельницы. И я... к ним домой, поселяюсь 3 дня на прием у приятельницы. Как поселяюсь? Вы же были женаты. Да, я не еду домой. Значит, я остаюсь так. У них в квартире. Вот. Потом, значит, в этой квартире еще приезжает, ну, не живет, а вечером приезжает тогда не президент был, а Узбекистан. Друг этой взрослой Каримов? Женщины. Каримов? Не буду говорить, кто. Да. Нет, Каримов это понял. Нет, это было 100 лет назад. Он тогда был председатель президиума Верховного Совета. Не буду говорить, кто. И мы гуляем по Черному 3 дня. Я машину сразу свою на стоянке его забрал. И мы по ресторанам, это все, я их вожу. Роман такой бурный вообще. Все, все, все. И она улетает. В Будапешт, я понимаю, что она поехала учиться, оставляет мне телефон. Я начинаю ей звонить, не могу дозвонить. А, тут же через день я приезжаю домой. Значит, звоню, открывает дверь моя жена, бывшая певица Алла Абдалова. И говорит, секундочку, можно я? Я говорю, да. Подожди секунду. Я думаю, ну что-то такое можно. Она выносит чемодан. Это, говорит, твои шмотки. Тебя не было 3 дня, мне ей кто-то доложил, что я в Москве уже, и все, она поняла все. И я, в общем, был настолько обрадован, что нет объяснений. Я говорю, Алла, спасибо тебе, какая ты мудрая. Мудрая женщина, да. Спасибо. Я взял чемодан и как вот ушел оттуда, так я. Квартиру потом оставили. Потом, через полгода, да, она меня умолила. Ира уехала учиться в Будапешт, я ей звонился. Умолила вернуться домой, просто жить, ничего, никаких отношений. Мне тяжело, я одинокая, там и прочее, прочее. Я переехал, где-то месяц я пожил дома, но невозможно, знаете, когда не общаешься с человеком. И я съехал к моим родителям, спал на диванчике, где они освободили мне одну комнату.
Я в течение полугода или года спал, приходил на кухню, звонил в Будапешт, говорил там, хоть вот, Миушак, да, и там, позовите там девушку из такого-то номера, она жила в общежитии. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что когда вы звонили в Будапешт месяц, каждый вечер, вы наговорили на 13 тысяч рублей. Да. Волга тогда стоила, по-моему, 9 тысяч, если я не ошибаюсь. Нет, Волга стоила 15, ну, в общем, да, где-то так, да, 13,5 тысяч. Когда счет пришел, матушка моя озверела, говорит, слушай, говорит, там, это да. Может быть вообще. Ну, каждый день, там, ну, через день, там, каждый. Причем я не давал ей покоя, она не могла никуда пойти, ни в дискотеку, ничего. Потому что она знала, что в 11 часов будет связь. Для меня это было час ночи, а я приходил после работы, закрывался на кухне и бомбил. Ну, мне кто-то рассказывал, что после первой брачной ночи вашей в 6 утра, что это за история была? Это забавная история. Так нарочно не придумаешь, как говорят, да. Я построил квартиру, и мы поселились на Ленинском проспекте. Кооператив, да, уже? Да. Там, значит, путем многих хитросплетений всевозможных жизненных, там, папу прописал, это, что-то вообще, чего только не было. Короче говоря, я справляю свадьбу, дома у нас были мои родители, Ирина, родители, никого больше. И мы вечером ложимся спать, и в 6 утра я вдруг слышу стук в окно, 12 этаж. Я думаю, что такое, не померещилось мне. Я открываю занавеску. Стоит мужчина, лето, в рубашке, значит, такой пиджак на руке у него. И я ничего не могу сообразить, но я вижу, что он один, и никакой там... Ну, открываю, а Ира накрылась головой. Я говорю, секундочку, что? Он говорит, я Андрей, я приятель вашей соседки Марины. Лев Леонидович, ну, приехал неожиданно муж, можно я через вас пройду? Я говорю, ну, мне неловко, говорю, что соседка вроде моя, я потворствую этому. Я говорю, ну, проходите. Я говорю, Андрей, ну, это последний раз. Я помню, как его звали даже. Последний раз. Посмеялись с Ирой там туда-сюда. Проходит неделя, я возвращаюсь с гастролей. Утром тум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Открываю, уже два человека стоят. Да вы что? Я говорю, ребят... Но я вас запускаю. Имейте совесть. Но имейте в виду, вот там от балкона Марины до подъезда, там метр всего, 12 этаж. Ну, положите доску там или как-то. Я вас больше не пущу. От Марины уже два шло? Да. Ну, от нее шло два. Может быть, они сидели, просто бухали там. Так Марина молодец. Марина, да. Марина уехала в Швецию потом, жила в Швеции. Красивая была девочка просто. Она была замужем за дипломатом. Это дом был МИДовский. А он все время страшное дело. Уезжал куда-то. И знаете, как в том анекдоте, когда говорит, а что ты там делаешь? Говорит, да вот я с женой что-то. Говорит, а если муж придет? Это муж говорит. Он говорит, да, мужа тоже. Он говорит, а вот и не придет. Вот спустя столько лет счастливого брака, как можно коротко сказать, что нужно делать, чтобы сохранить счастливую семью? Поменьше бывать дома. Ну, знаете, я такая шутка. Ну, может быть, вот одним из тех признаков можно считать как раз, да. Дело в том, что постоянная разлука какая-то. Хотя в известном романсе Глинки там все-таки есть такая фраза «разлука уносит любовь». Помните, да? Да, уносит все-таки. Я думаю, что нет. Если человек связан какими-то незримыми нитями, тесными такими, то он будет все время и любит, он будет скучать, он будет думать. Все время каждый новый приезд – это новые ощущения, новые... Вы по жизни однолюб? Ну, в принципе, если я живу... Нет, я двулюб. Первая жена была. Я не могу сказать, что я ее не любил. Вторая. Да вообще, ну, как можно говорить, однолюб. Да? Знаете, у Лиской... Есть в романе «Искренне ваш Шурик», да, там Шурик и был такой, значит, он говорил, что я полигамный моногамец, понимаете. Вот. Но я не думаю, что я полигамный моногамец, но во всяком случае я
как-то так меня не тянуло особенно. Ну, это лучше, чем моногамный полигамец. Да, лучше, да. И как-то, в общем, ну, прожил жизнь с женой. Ну, у меня же до этого был большой горячий опыт, там, так сказать. Я с супругой жил не очень хорошо с первой. Потом у меня было пространство до женитьбы и между женитьбами. Я достаточно нагулялся, как говорят там. И насмотрелся. И насмотрелся. И, в общем, я мечтал только об одном всегда. Вот когда... Там первые годы, особенно нашего замужества или женитьбы, я каждую свободу минуту я хотел приехать домой. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був уславлений співак, народний артист Росії Лев Лещенко.